Ну что? Вливаем рисик. То есть уксус. Уксус рисовый. Он сильно кислый. Вот этот. Ты пробовала? Попробуй. Кисленький. Не, сладкий. Сладкий, да? Кисло-сладкий. Ага. Будут суши. Роллы, роллы будут. Рис взяли вот такой краснодарский. Вот. Обычный, но нормальный, Таня, пойдет. Да? Это для свининки. Он еще. И будет плов, да? И замотать это водоросли. Все, надо теперь, чтобы остыло, да? Угу. Что, горячее? Надо вынести. А мы что? Куда? А что мы там стоим? Сыр ждем, да? Огурец и авокадо еще надо. Сейчас будем подготавливать. Сейчас будет и огурец, и авокадо. А мы были в городе, купили вот такой коврик. Может, пакетик лучше надеть? Нет? Обмотать вот этим? Угу. Может, надо было вот так? Оно не прилипает, видишь? Оно прилипнет потом к этому. С одной стороны, должно. С какой-то стороны прилипает вот эта штука, а с какой-то не прилипает. Уже сделали все? Нет, еще рис охлаждается. Мне кажется, вот так было бы лучше. Не? Вот так? Да. Ты думаешь? Два раза. А тут у нас, как сказать, цех по приготовлению роллов. Может, можно брать? Давай, помогу. Надо сюда положить вот это вот остатки. Давай. Так. Тут готовы уже огурчики, рыбка. Сейчас будем резать авокадо. Да, Таня? Сыр Таня завернула вон в кулек. А4 наблюдает за нами. А, это он А4? Да. А что? Ну, а так его интересно назвали. Матвей это такой. А, да? А. Молодежь смотрит. Он не обидится, блогер. Хочу уточнить. У него 2 миллиона. Он не обидится. Понятно. Смотрите, 18 минус. И груднички. Ага. Так, что я пошла? Я ножик. Что ты пошла? Ножик хотела и авокадину почистить. Так, чистим авокадину. Ага. Нормальная? Да? Самое оно, да? Вот ты знаешь, как я покупала, она не готова была. Полежала. Ты не сразу косточку вынимаешь, не? Нет. Ешь, чуть-чуть есть. Чуть-чуть потемнело, да? Подлежало, да. Это тут, наверное, лежало на этом бочку, да? Может быть. Ну. Что-то там Лёшек в сарае. Здесь, смотри, что на чердак, что оставлять. А, что на чердак, что оставлять? Да. О, почистили с Колей сарай. Вот котам надо поставить этот ящик, а куда им у них солома там, этот, сено. Все, из сарая все вынесли вот это. А теперь потихоньку обратно. Туда заносим. Обратно. Да. Вот эти вешалки надо туда занести. Там у нас это не хватает. Вот это ставить туда? Плечики. Да, девчонка. Чубак. Эти звездные войны. Ладно, я тебе больше не нужна, Лешик. Так, сейчас.
Вешалки я туда, остальное все туда, да? Да. Чубака. А жалко, что он без хвоста. А кто хвост отодрал? А его там и не было, наверное. Он без хвоста, Чубака. Чубака! Ну, просто по колено, конечно. Вот видите, ролевые юбки. Звездные войны. Лизунь, ты меня узнала, да? Принцесса Лея. Конечно. На кого вы нафигурили? Либо я в тисках, я хочу уже... Ну, отойдите, что ж ты, я главное, чтобы костюмчик сидел, нет, да? Надо как-то это самое. Вот. Возле камина красиво. Ой, иди, иди, иди сюда. Коля, типа вылез из камина. Пакет надо убрать. Сюда иди. Давай. Так ноги надо туда засунуть. Это для семейного альбома. Ну, давай. Ты что ж оно клацает? Я так медленно. А ты что там? А4 смотришь? А на улице был сегодня уже? Нет, не был. Так надо идти, он помогать деду в сарае там наводить порядок. Да, пока что не. Не хочешь пока? Я выйду, пикать. Давай, дома будешь сидеть в квартире. А тут он... Надо дышать воздухом свежим. А четыре твой никуда не денется. Да денется, денется. А мокрая когда еще приедешь? Вы пациента встречаете? Нет, завтра. Вы зовут врачей? А, у нас такси, у нас же таксист есть на Вольво проезжает этот. Вин сразу проедет на скорой туда. Машенька. А, да, у вас есть психушки. Женя в психушке работает. В психушке работает, да. Коля, короче, пойдет в понедельник на работу у меня. Понятно. Давай. А что ты хотела? А что ты хотела? Гу. Сыру дать? Да? Сыру хочешь? Хвост тын-тын. Сыру? А у нас тут нет сыра. Авокадинку. Так, голос. Голос. Громче. Хорошо. Вот, умница. Давай зарядку. Давай. Зарядку, зарядку, давай зарядку, зарядку. Вот так. Еще зарядку. Еще. Еще. Вот так. Еще зарядку. Еще. Еще зарядку. Еще. Ну ладно. Ну на. Любишь авокадо, да? Любишь. Умница моя. Все, хватит. Все. Мы ждем, пока остынет рис. Я мазала. Что такое, я с ним не делала? Пробовала. Не идет. Гуакамоле? Угу. Да? Что, не понравился? Не? Мы, может, не умеем его делать. Все от него в восторге. Надо попробовать где-то, чтобы специалист делал. Потом... Чтобы хотя бы вкус знать его, да? Какой он должен быть по-настоящему. Ну да. Ага, это ваша, да? Авокадина. Вкусно. Авокадо я люблю вот мазать на этот тостик подсушить, на, помазать как маслом. Ну, все надо, очень да, вкусно. Это самое, распробовать, как и сыр с плесенью, как и
кинза. Кинзу, да. И все мы любим, да? Не, а что, красная икра? Я оранжевую вообще ее не ела. Нет? Не ела. Лет до 20. Я вот это правильно. Я не могла понять пиццу раньше, окрошку тоже. Что-то думаю, боже мой, родители раньше родители часто делали дома. Дедушка любил окрошку. И, ну и папа тоже это самое делали. Я думаю, что оно такое. Шо, а как-то раз с Колей поехали в гости под Запорожье в Беленькое. И там нас угостили этот самый окрошкой. Ой, какая она мне вкусная. Или я была голодная? О, не как знаю. Или она, ой, ну очень вкусная была. Так что все новое надо пробовать, когда голодный. Да. Да, да. Там у вас окрошки, конечно. Перчатки не одели. А зачем нам перчатки? В перчатках не так вкусно, Таня, получается. Да. 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 Вот. Таня у нас самая смелая. Надо бабочку делать. Да. Таня делает роллы. А мы трусим. Все. Что получилось? Что получилось? Вон у нас уже там сколько? Пробных. Пробных. Вот такие большие есть, маленькие и чуть побольше. Разных размеров. Для каждого да? Рта. Да, на каждый рот. Это все продумано. Да. Сливочный сыр. Таня, крутят же специалисты, что ты хочешь? Они крутят это каждый день, это у них как работа. Ну да. Вот. А мы что? Как борщ варить, да? А мы просто захотели суши. Да? Ну-ка, крути. А ну. Ой, как красиво. Да и ладно. Господи, да боже мой. Ну-ка. Ну, да. Гляньте. Нет, вот, там оно должно вылазить. Они же так чуть-чуть раз. А тут мы вот так вот соскребем. Лишнее. Ну, чуть-чуть, да, лишнего получилось. Да. Не, ну чуть-чуть. Вот на этот самый, 2/3 точно. Рису наелись, да. Так. Все, конвейер. Конвейер пошел. Что, на 3, да? Режем. Как хотите. На 3 режем. На 3 самое прям оно. А, какая красота получается. А? Да, Таня, нам можно уже идти крутить роллы в ресторан. Все, открываем. Тут подровняем. Фьюжн ресторан. Вот. Да, класс. Красота! Глянь. Да? Да. Ну, надо попробовать их еще. Да, мы уже попробовали. Мы в отдельности все попробовали. Рис пробовали. Авокадо Лиска попробовала. Не, я тоже попробовала. И ты попробовала? Да, я не люблю. И я попробовала. Да, да, как же Лиска попробовала. Так. Во! Все они у нас еще. На тебе туда. Огурчик, авокадо, рыбка и сыр. Да? Ну да. И сырик на тебе. И обрезки. И какие обрезки? Вот. С краев. С краев обрезки. А потом недостача на столе.
Где вы видели? Длинные огурцы. Видишь? Надо было чуть по это. Мы начинаем. Что, резать сыр, да? Да. А можно траву еще подкладывать. Вот так. Видишь уже, как все быстро. Конвейером. Чпок, чпок. Так, а ты сколько мы листов потратили? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это ты слишком много сыру, наверное. Слишком сыра много не бывает. Да? Сыра много не бывает. Ну ладно. Ну не хватит нам. У нас есть там сырок, дружба. Не, нужен сырок. Того хватит. Главное... Надо вот тут с краю ложить, наверное, огурец, да? Вот так вот. Да, вот так вот. Вот чтобы да? тебе было не сыр, а огурец. О! Чтобы было во что упереться. Упереться, чтобы было. Уперлась? Уперлась. А ну попробуй вот так вот. Знаешь как? Давай. Вот так. Тын-тын-тын. А, и так надо, да? Да. Чтобы квадратненькие. Тын, чтобы квадратненькие были, да. Больше еще так тын-тын-тын. У нас коврика для роллов нету, а есть мы купили такой вот салфетка такая. Ой, как красиво. Ой. Да, Таня? Да, Маша. Режем. Глянь, как быстро пошло дело. Да? Ага. Я, между прочим, варила суп с морской капусты. Вкусный, да? Да. Купила морскую капусту, Коля, за так, командовала. Сейчас одну секунду. А она не это самое, не пошла. Ну, что-то не ел. Думаю, что мне с ней сделать? Что мне с ней сделать? У меня была рыбка. Сварила рыбный бульон. Добавила туда морских водорослей. Вот эти, то есть, ну, этот, морскую капусту. Вкусный суп такой получился. Сырок добавила плавным. Думаю, типа сыр, этот самый, паста вот эта вот. Угу. Таня, тебе помогать? Кого? Ты, есть? Из консервов? Ну, что-нибудь или накладывать. Свежий. Да, Маша, вот все можно накладывать. Будут у нас с угрём такие вот, типа со шпротами. Вот. Не, со шпротами, типа с угрём. Сырок. Давай поможем, Танюшка. Вот так. Матвей уже попробовал. Да? Он есть не будет, если не вкусно. Да? Ну-ка покажи, как. Да. Вкусно, правда? Скажи. Да. Прям как настоящее, да? Реально. Тут, мне больше нравится теперь вот это вот. А вот эти вот я попробуй. Я просто не ем эту. А вот эти вот попробуй. С угрём, которые. Не-не-не. Не-не-не? Вот эти лучше? Реально ему трава понравилась. Да? Ага. О, так тебе соус может дать? Не? А васаби? О, будешь? Я ногами решила. Да? А, вот как Таня вот так делает. Вот Таня делает. Рис будет собой. А я и не туда. Не. Чтоб побольше риса есть. Не будет же плов. Да, плова не будет сегодня. Да. Сегодня плова не буду, буду танцы. Поэтому. Юрик обещал нам плов, но где-то задержался на рыбалке. Наверное, рыба ловится. Ну, ничего страшного. Так что плов будем готовить на вечер. Вечером опять будет туса. Да? Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Тын-тын-тын. Сегодня будет туса, сегодня будет туса. Прожуй. Да. Давайте, быстрее мотайте. А то вы не успеваете, пока Матвей ест. За Матвеем не успеваем. Матвей. Давай я тебе соус дам. Да? Давай. Вот куда кунжут надо было. Или икру. И обмотать в кунжуте, да? Да, ну видишь. А кунжут есть где там чуть-чуть, вот было. Ну его надо поджаривать, Маш. Обязательно прям? Да, он невкусный, когда не поджаренный. Они ничего не поджарили, не продают.
Как они могли? А что там, на сухой сковородке чуть-чуть совсем? Да, да. Так его совсем чуть-чуть, его там на пол. На микроволновке нам ничего не поджарит. Вот так вот. О! Распишитесь. Забирайте. Забирайте, сейчас порежу. Такие вот можно. Там продается темпура, вот это вот, такая вот, хлопья такие. Вмакиваешь и обжариваешь горячие. Показатель успеха вашего. Да, ну лопай, блядь, молодец. Вкусно, правда? Ну так. А ты, Таня, говоришь. Вон. Я ничего не говорю, я делаю. Оно, когда часто делаешь, руки набиваешь. Конечно. И с детьми как-то делаешь. А когда последний раз? Ты вот делал, мы, я помню, делали еще вот на этом, когда-то делали мы. Я делала или год назад, в январе, точно не летом, позапрошлым, или больше. Или год, или два года назад я делала. Не, не летом, точно, не, даже не. А так, если грубо, можно еще по-другому спросить. Я говорю, на растирку, да и все. В общем, давайте. Коля уже не хочет, а мы с Танюшкой еще дрябнем. Да? Хряпнем. Давайте хряпнем. Хряпнем? Это Коля сказал, что не хочет. Коля не хочет, да. Да только что. Ну шо? Хрена так. Да? А, Таня. Отпад полный. Ну шо, Маша, открываем в этом самом мокром сужба. Не, на дому делаем, крутим, пусть заказывает. А что? Да. Купить вот такие эти пластиковые, да? И... Да, да. Не, пожалуйста. Можно наши... Класс. Так. Вообще, очень столбики вкусно. Столбики в бане поставить. Очень вкусно. А вот это вот с угрём, с угрём. С угрём? Да, вот этот вот. А ну давай. С угрём. Ты пробовала его уже? Нет. Открывайте, да. Суши бар. С рыбкой пробовала? Нет, не разваливается, нет? Не разваливается? Не разваливается, держится, ничего. Да? Вот, вот это те, которые тройные. Правда, немножко великоваты, но ничего. Угу. Это просто рот маленький. А ты их резала на сколько? На 8 частей или на 6? На 8. На 6. На 6. На 6. Вот будем резать на 8. Тогда влезет. Да. Да. Надо только острый, острый, это тонкий только нож. Та, которая целая была замотана. Да, тебе уже не надо это? Не, ну я его не беру. А капуста какая вкусная, вот эта вот. А там девчонки тебе писали, и так сделали, да? Потише, поближе, чтобы слышно. Это в рассоле? Хрустит. Вот, с сахаром, а это без сахара. И та вкусная. Вот. Ну, а как хрустит? Хрясь, да. Хрясь, прям. Да, вот есть так. Есть? А, вообще. Конечно. Класс. За ушами хрустит. Ой, уходи, крынычинка, там холодна водичинка. А там Роман воли пасе, Катерина воду несе. Ой, Романе, Романочку. Не подготовились. Да. Хера, ну ты новую капусточку пробовала, а тут что-то петь начала. А что нам за петь, да, Таня? Наверное, капусточка как-то квасилась интересно, да? Да. К сушам, по-моему, другие.